Қайырлы таң көкше елі, арма сүйікті көрермен. Араға екі ай салып, бүгін көкше нұры таңғы тарымдық бағдарламасы қайтадан эфирге шықты. Рамиль, есіңде болса, 13-ші наурыз күні эфирді жүргізген едік, ал одан кейін 15-ші наурыздан бастап елімізде төтенше жағдай енгізілді. Да, это получается, мы с Айгуль прождали здесь 2 месяца, чтобы снова вернуться к вам, уважаемые телезрители. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать снова на просторах телеканала Кокше. Дорогие друзья, мы очень рады вернуться к вам и, как всегда, в этой студии для вас специально утром с вами будет замечательная, прекрасная, очаровательная Айгуль Исекова. Меня зовут Рамиль Дусумов. Дорогие друзья, я рад это снова повторить. Мы начинаем. Я Алимдек. Үндетке айналған COVID-19 инфекциясы жаһан елдерін әуреге салғаны рас. Ал дәл бүгін ел президенті төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізеді. Яғни төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейінгі жағдайдың қалай болатындығын айтатын болады. Бүгінде елімізде осы дертті жұқтырғандар саны 5000-нан асып жығылады. Ал әлем бойынша бұл көрсеткіш 3 миллионнан асады. Я ендеше осымен елімізде төтенше жағдай режимі де карантин де аяқталса деген тілекпен, сізбен біз қалыпты тіршілікке қайта көшсек деген тілекпен келесі кезекті әсем әнге берейік. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Уважаемые телезрители, с возвращением к нам в студию. Дорогие друзья, мы рады вас поздравить с майскими праздниками, с прошедшим 7 мая, сначала с 1 мая, дорогие друзья, весь народ Казахстана, с 7 мая мужскую часть нашей страны и с 9 мая с Великим Днем Победы, уважаемые телезрители. Итак, Айгуль, по традиции нашего телеканала, сейчас у нас будет немножко физических упражнений. Как вы справлялись с этим соблазном больше времени проводить у холодильника на самоизоляции? Что мне самоизоляция демекши, журналистер қауымы өкінішке қарай бұл дерттен ада, өйткені біз әрқашанда жұмыс шебінде жүрдік, сондықтан бұл бізге кедергі келтірген жоқ. Шынымен де карантин көп шараның өтуіне кедергі келтірген рас. Десе де оның пайдалы тұстары да бар. Мәселен, бұған дейін спортпен мүлдем шұғылданбағандар енді дене шынықтырумен айналысуға әуестене бастады. Әрине, бардың қадірін біле бермейміз. Енді спортқа деген қызығушылық арта түсуде. Әрине, спорттың сіздің денсаулығыңыз үшін маңызды екенін қашан да ескерген жөн. Олай болса, қымбатты көрермен, өзінің сұлу бітімін ойлайтын, өзінің денінің саулығын ойлайтын көрермен дәл қазір экранға жақындай түсіңіздер, өйткені біздің жаттығу мамандары көрсеткен жаттығу түрлерін бірге қайталаңыздар, бұл сіз үшін аса маңызды. Меня зовут Виолетта, я инструктор групповых программ фитнес-клуба Shape. Сегодня мы с вами проведем разминку на основе аэробных движений. Руки на пояс. Начинаем с головы. Вниз. Наверх. Немного быстрее. В сторону. Быстрее. Полукруг головой вперед. И назад. Круг плечами назад. И вперед. Хорошо. Руки открываем в стороны. Открытый шаг. Разворачиваем корпус. Тянемся рукой в сторону. И по диагонали наверх. Хорошо, снова плечи. Добавляем круг рукой. Еще 8. 2 руки. Хорошо. 4. 3. Меняем. Степ тач в сторону. Приставной шаг. Отлично. Еще. Руки работают вдоль корпуса. Меняем захлёст. Пяточка до ягодицы. Попробуем 2-2. Хорошо. И колено одно. Хорошо. И попробуем 2-2. 2. И 2. Отлично. Хорошо. Раскачиваемся. Уходим в выпад. Рука касается пола. Остались, стоим. Прокачиваем таз в пол. Еще немного. 8 4 3. Корпус развернули. Толкаем правое бедро в пол. Еще 8 4
3. Толкаем левую ногу наверх. Выпрямляем носочек левой ноги на себя. И еще 4. Отлично, меняем ногу. Перешли. Прокачка. Еще немного. Дышим вдох-выдох обязательно. Развернули корпус. Толкаем левое бедро в пол. Еще немного. Выпрямляем правую ногу наверх. Носочек на себя. Хорошо, еще 4. 3. 2. Вернулись в центр. Собираем ноги вместе. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. Еще глубокий вдох. Выдох. Наша разминка на этом закончилась. Хорошего дня. Спасибо за внимание. Я қазір күнде жылынып, жылы шырайын танытып, таңертең ерте тұрып, жүгіруге еріксіз шақырып тұрғандай. Рамиль, алдағы жоспарым таңертең ерте тұрып, жүгіруді қолға алсам деп отырмын. Это прекрасное начинание, Айгуль. Я надеюсь, что мы все поддержим вашу инициативу. И наконец-то у нас появилась такая возможность. Мы все сможем заниматься спортом на свежем воздухе. Это не только полезно, но еще и приятно, с учетом того, что погода нынче позволяет. Итак, наши уважаемые телезрители, я думаю, вы уже давненько не смотрели наши выпуски и соскучились по нашим замечательным рубрикам, которые для вас сделали наши коллеги. Итак, на очереди рубрика «Это день в истории». Какое же событие произошло 11 мая в период всей человеческой истории для вас специально на ваших экранах? Яхмата көрермен, әр күні тарих десек, бүгінгі күн тарих беттерінде қанда елеулі оқиғалармен ерекше есте қалды екен. Оны келесі айдардан білетін боламыз. Прав человека во Вьетнаме в США. В знак признания необходимости защиты прав человека во Вьетнаме, Конгресс США в 1994 году учредил День прав человека во Вьетнаме. Он отмечается в честь программы «За ненасильственное движение в поддержку прав человека во Вьетнаме», которая была опубликована в этот день, в 1990 году. Программа была разработана вьетнамским диссидентом доктором Нгуеном Дан Ке и другими продемократическими активистами. Национальный день технологии в Индии. Учрежден в память о серии из 5 испытаний атомной бомбы, проведенных 11 мая 1998 года. Сегодня Национальный день технологии в Индии отмечается проведением церемонии награждения за достижения в сфере науки и технологий. 73 года назад вышло постановление Государственного комитета обороны о депортации татар, болгар, греков из Крыма. Для многих из них второй родиной стал Казахстан. 21 год назад президенты Исламской Республики Иран и Республики Казахстан подписали совместное заявление по вопросам Каспийского моря, в котором подчеркнуто, что само море и его ресурсы принадлежат прибрежным государствам. 16 лет назад в городе Нур-Султан установлен памятник Кенесары Хану. Авторы – известные скульпторы Нурлан Далбай и Шотау Алиханов. 4 года назад президенты Казахстана и Туркменистана Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в церемонии открытия железнодорожного перехода Булаша и Серхитяка, который является ключевой частью будущего транзитного коридора с выходом на Персидский залив. Интересный факт, уважаемые телезрители. Если сегодня вбить в любой поисковик 11 мая, то первыми же новостями, топ-10 первых новостей, будут статьи из разных информационных источников. Что же будут? Снимут ли карантинные меры? Весь Казахстан ждет, наконец-таки, решения главы государства. И сегодня, дорогие друзья, мы побеседуем с главным санитарным врачом Акмольской области, Айнагуль Советной Мусиной. Но это будет после небольшой музыкальной паузы, поэтому набирайтесь немножечко позитивной энергии. Мы к вам скоро вернемся. Я Рамиль, дұрыс айтасын, шынымен де көпті алаңдататын мәселе дәл осы 11 мамырдан кейін төтенше жағдай аяқталған соң әрі қарай не болар екені аса маңызды сұрақ қайналып отыр. Ол үшін аздаған минуттардан кейін біздің студиямызға Ақмола облысының бас санитарлық дәрігері Айнагүл Мусина келетін болады. Ол кісімен біз Ақмола өңіріндегі қазіргі жағдаймен танысатын боламыз. Ал оған дейін келесі кезекте әсем ән.
Тыңдасаң саған жоқ екен Көлігін қалай, микрабын қалай, күн сүліме бла-бла-бла Тыңдасай! Желеге қарап, лепілі санап, көлік тұлама Әлемді шармадым, көреді арманым Жүрісің қалай, күлісің қалай, онаймыз олай Жүргені! Ұқсайтын айға, ойламыз байда, сұлылар айда Әлемді шарладым, көкет арманым Байлықты аңсаған, сұлылар жан жады Мың түрлі бойанған, өмірі бойалған Солар ма жан жады Болта, ол емес сенің тағдыр Өткенесің, ол дейсің, ол дейсің Өзгермейсің дұм, нау дейсің, нау дейсің, нау дейсің Өзгермейсің маған, нау дейсің, нау дейсің, нау дейсің Өзгермейсің дұм, нау дейсің, нау дейсің, нау дейсің Құрметті көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей студиямызға қонағымыз келіп жетті. Бізде студияда Ақмола облысының бас санитарлық дәрігері Айнагүл Мосина. Қош келдіңіз. Добро утро, добро пожаловать. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Ең алғашқы сұрақ, әрине, мінекі 11 мамыр ел президенті өзінің үндеуінде айтқандай, төтенше жағдай режимі аяқталады деген болатын. Енді әрі қарай жағдай қалай болады? Өзіңіздің болжамыңызды айтып өтсеңіз. Яғни, карантиндік режим сақталады ма? Да, карантинный режим будет продолжаться. Противоэпидемические требования на всех объектах, где будет разрешено работать. Которые будут возобновят эксплуатацию, они должны соблюдать санитарные требования. Это ношение масок в обязательном порядке в тех местах, где не могут дистанцироваться и где скопление народу. Это значит при посещении всех торговых точек, при проезде на общественном транспорте, в парикмахерских, в медицинских учреждениях обязательно необходимо ношение маски. Также при, если на улице гуляют да, два-три человека и нет возможности дистанцироваться, то необходимо обязательно ношение маски. Құрметті көрермен, осы жерде естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз, біздің байланыс телефонымыз 252505, сондай-ақ экрандарыңызда көрсетілген байланыс нөміріне хабарлама жолдасаңыздар болады, егер бас санитарлық дәрігерге қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Да, дорогие друзья, мы напоминаем, что наша программа идет в прямом эфире, телефон наш студии 252505, вы можете позвонить к нам в студию и задать интересующие вас вопросы главному санитарному врачу области Айнагүл Мусиной.
Нагуль, вопрос следующий. Как вы, как эксперт, оцените всю проделанную работу в течение режима ЧП в нашей области? Ну вот в течение месяца мы придерживались карантина, и это положительно сказалось на эпидемиологической ситуации. Мы сейчас входим в регион, где ситуация оценивается как стабильная. У нас прирост заболеваемости ежедневный составляет не более 3%, если в целом по республике 7 и более, а в некоторых регионах идет до 50%. Но вместе с тем у нас есть ряд регионов, это Целиноградский район, где зарегистрированы свежие случаи заболевания, и где прирост у нас составляет в некоторых населенных пунктах до 60%. Поэтому, как я уже до этого говорила, режим карантина мы должны соблюдать для того, чтобы пресечь цепочку передачи инфекции. Но вот то, что был приостановлен общественный транспорт, то, что ряд организаций приостановили эксплуатацию, это вот положительно сказалось на уровне заболеваемости. Все эти мероприятия были направлены для, так скажем, предотвращения числа заболеваний. Но главное на сегодня, точнее не главное, а один из интересующих вопросов нас, граждан, когда же откроются увеселительные заведения, кафе, общественный транспорт, когда это все заработает? Ну, предусмотрено поэтапное открытие. Как вы видите, мы ряд объектов открывали с 27 апреля. Часть объектов была открыта с 4 мая. Сейчас вот после отмены режима ЧП планируется также открытие тоже части объектов. Здесь у нас организации до 50% сотрудников могут приступить к работе, и часть из них будет на дистанционном, на дистанционной работе. Планируется запуск общественного транспорта, но в обязательном порядке нужно соблюдать будет рассадку. Что момент, как вы автобус-то? Автобус-то? Мы вот планируем с 11 числа. Ага. А насчет общепита, насчет кафе, ресторанов? Общепит, рестораны еще мы не открываем, еще в следующем этапе планируется. Но также будут сразу одномоментно как бы открываться не будут. Они сейчас продолжают на доставке работать. В дальнейшем, вот как мы поэтапно ужесточали меры, поэтапно будем снижать. Следующим этапом будет, что общепит с количеством не более 50 человек одновременного присутствия будет. Но это будет на следующем этапе. Мы еженедельно делаем анализ заболеваемости. И если стабильно там, в течение недели будет отсутствие регистрации заболеваемости, тогда можно говорить уже о дальнейших мерах по снижению карантина. Енді қазақ халқы тойды сүйетін халық қой. Тағы бір көрерменім сұрап жатыр, тойға бара аламыз ба, той өткізетін үлкен дәмханалар, ресторандар ашылады ма деп. Ну, жаңа сіз айтқандай, до конца мая еще мы, я говорю, вот на этом этапе мы в течение недели еще не открываем общепит, он у нас работает до 22 в режиме доставки. Тех кана же нам и доставка. Только доставка. А в следующем этапе планируем открытие с количеством 50, потом уже дальше будем по эпидситуации, потому что в случае ухудшения эпидситуации и увеличения заболеваемости мы можем обратно не открывать общепит, а обратно закрыть, потому что здесь мероприятие не только, что если уровень заболеваемости, потому что у нас население, оно буквально воспринимает, да, смягчение мероприятий. Если сказали, что смягчаем мероприятие, у нас народ массово вышел на улицы. Это дополнительный контакт. И поэтому мы сейчас будем смотреть заболеваемость. Если вот кто-то был из носителей, потому что у нас около 70% идет бессимптомных носителей. Никаких признаков заболевания нету, но человек является вирусоносителем, может заразить других. Выходя на улицу вместе с детьми, вот как у нас вот мы рейды проводили, многие пошли, хотя был запрет только 500 метров от дома, многие наши и горожане, и в других населенных пунктах, да, все вышли на улицы, в парки пошли.
Здесь, да, вот здесь сейчас есть риск того, что многие сконтактировали, да, и мы можем через определенный период времени получить рост заболеваемости. И это вот соблюдение карантинных, от соблюдения карантинных требований напрямую зависит уровень заболеваемости. Ну, то есть конкретных дат нет. Вот, допустим, 25-го, да, к примеру, это числа. Это будем вот смотреть по заболеваемости. У нас, например, если 4 дня на предыдущей неделе, 4 дня было стабильно, у нас было по нулю, не было регистрации заболеваемости, то в последние 3 дня у нас по 3 случая ежедневно пошло. Поэтому, что будет дальше, какой прогноз, поэтому и населению нужно соблюдать, нужно соблюдать вот эти требования, ношение масок, обработка рук, тщательное мытье рук, да, антисептики, дистанцирование. Если население будет игнорировать эти требования, мы можем получить резкий рост заболеваемости. Потому что вирус циркулирует, так как мы имеем регистрацию на территории нашей области и есть бессимптомные формы, вирус циркулирует. Поэтому гарантировать, если население не будет соблюдать и предприятия не будут соблюдать эти требования, то возможен рост заболеваемости. И, соответственно, будут вводиться ограничительные мероприятия. Мы тогда не будем идти на ослабление, мы будем идти на ужесточение мероприятий, чтобы локализовать процесс. Сондықтан карантиндық шараларды барынша қатаң сақтаған дұрыс, қымбатты көрермен. Осы жерден сұхбатымызды сәл үзе тұрайық. Келесі кезекте «Мир в моем экране», яғни әлемдегі түрлі қызықты оқиғаларға, қызықты ақпараттарға кезек береміз. Мы скоро вернемся, не переключайтесь, дорогие телезрители. Мурмация птиц представляет собой скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объемных фигур с переменной плотностью, постоянно сжимающихся и разжимающихся. Стаи подчас состоят из нескольких сотен и даже тысяч птиц, которые слаженно движутся в полете. Это явление присуще скворцам, галкам, воробьям, другим стайным птицам. Благодаря такому приспособлению птицы спасаются от нападения хищников, затрудняя соколам и ястребам выбор жертвы в большой массе. Объединение скворцов в группы не только повышает шанс отдельных особей на выживание, но и способствует обмену информацией на предмет лучших мест для кормежки или ночлега. Птицы своими слаженными действиями достигают и поддерживают состояние предельной прозрачности, когда свет сквозь толщу птичьего скопления доходит до каждой особи без исключения. Возникающая структура из темных и светлых пятен снабжает птиц в стае необходимыми сведениями. Озеро Клилук. Соленое бесточное минеральное озеро в Британской Колумбии, Канада. В озере содержится большая концентрация различных минеральных веществ. Водоем содержит значительные отложения сульфатов магния, кальция и натрия. В воде озера высока концентрация еще 8 элементов. Также в небольшом количестве там содержится серебро и титан. Летом большая часть воды в озере испаряется, обнажая причудливые цветные отложения минералов. На озере остаются большие пятна воды разнообразных цветов. Цвет пятна зависит от минерала. Большинство пятен приобретают свою окраску благодаря сульфату магния, кристаллизирующемуся летом. В летнее время минералы затвердевают, образуя естественные дорожки вокруг и между пятнами. Құрметті көрермен, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студияда Ақмола облысының бас санитарлық дәрігері Айнагүл Мусина Советқызы келіп отыр. Айнагүл Советқызы, тағы мынадай сұрақ. Жаңа сөзіңізде айтып өттіңіз, осы аптадан бастап қоғамдық көліктер, яғни автобустар жүре бастайды. Енді бұл ретте маскалық режим сақталады. Да. Жалпы маскалық режим қай уақытқа дейін сақталады және қоғамдық көліктерге қатысты айтып өтсеңіз? Ну, у нас поэтапное снижение, оно рассчитано, вот каждую неделю мы мониторим эпидситуацию, если ухудшения ситуации нет, тогда мы запускаем следующий этап снижения ограничения. Вот общественный транспорт, он должен работать... При пассажиры, когда заходят, должны соблюдать строго по вот количеству мест. Сколько количества мест, только запускать должны в автобус. Кондуктор, водитель должны в обязательном порядке быть в маске. И эта маска должна меняться каждые 3 часа. Должны работать в перчатках. Также у них должны быть антисептики, обработку рук, чтобы проводить. Затем
после смены и в периоды, в течение дня должны проводить обработку ручек, поручней, салона автобуса с применением дезинфицирующих средств. И в конце рабочего дня заключительную дезинфекцию – это полная обработка автотранспорта с дезинфекциями. А жиру вахта, кишки? По времени мы сейчас еще рассматриваем вопрос по ограничению, будем смотреть по эпидситуации. Но с учетом того, что много пассажиров, много количества, а количество автобусов увеличивается или остается прежним? Ну, то есть, допустим, мы же не сможем контролировать, ну, к примеру, кому-то срочно надо, кому-то нет. Ну, то есть... Ну, здесь будут работать мониторинговые группы. На сегодня при акиматах области созданы мониторинговые группы, куда входят представители местных исполнительных органов, наши представители, представители департамента полиции, которые проводят рейды и мониторят контроль за соблюдением санитарных требований. И если эти требования будут нарушаться, здесь вот будем уже корректирующие мероприятия вводить. Вопрос следующий. По поводу проверки на коронавирус. У нас уже запущены тесты. Да. Я наберу курмин срок ел пускунекен. Елорда регистрирован. Аулдардан тургундара коронавирус баржоган анықтапын тесті тапсыралады ма? Енді олар Ақмола облысында жатады. У нас на сегодня мы проводим массовый скрининг населения. У нас, согласно постановлению по категориям, здесь входят медработники, затем все лица, которые были задействованы на проведении мероприятий по предотвращению коронавируса. Это департаменты полиции, департаменты ЧС, акиматы, волонтеры, также коммунальные службы. У нас на сегодня, вот 17 апреля, мы начали массовое тестирование. У нас уже 17,5 тысяч человек по области протестировано. Из них у нас 5 положительных выявлено в ходе скрининга. Вот если вы смотрите статистику по Алмате, Астане, гораздо больше, да, у них около вот за этот месяц около 50% заболеваемости выявлены было в рамках скрининга. Мы сейчас, у нас делает Национальный центр экспертизы, делают ПЦР-тестирование. Также вот в апреле месяце в конце была запущена лаборатория Олимп, тоже они делают ПЦР-тестирование. И началось у нас экспресс-тестирование. Экспресс-тестирование проводится бесплатно. Они тургандар барып тапсырады. Они могут на сайт КДЛ Олимп заполнить анкету, подать заявку и потом бесплатно сдать анализ на экспресс-тестирование. ПЦР-тестирование для вот групп, которые определены для скрининга, оно проводится бесплатно. И каждый желающий может пройти и обследование на платной основе в Олимпе и в Национальном центре экспертизы. Экспресс-тест – это на платной основе? Экспресс-тесты, они проводятся бесплатно. Нужно на сайте Олимпа подать заявку. Они потом, если по категории вы подходите, они выезжают к вам и проводят экспресс-тестирование. А ПЦР-тестирование на платной основе тоже в Олимп или в Национальный центр можно подать заявку и пройти на платной основе. А скрининг, то, что я говорю, 17,5 тысяч, которые у нас прошли, это на бесплатные условия. Мы определяем перечень данных лиц, которые подлежат, и проводят бесплатно наши медицинские организации, проводят отбор проб и результат. Момент такой, это какая-то передвижная лаборатория? Нет, на местах в медорганизации, они определяют совместно с нашими территориальными управлениями, определяют перечень лиц, подлежащих тестированию, и вызывают потом к себе в медорганизацию или по состоянию здоровья, потому что есть там хронические, беременные, могут выезжать на дом, там обследовать этот контингент. Я хмати курмин, улай болса, егерде дәл осы дертті жұқтыру мүмкін деген күдігіңіз болса, жаңа айтқанда Олимптің сайтына кіріп, жолдама жіберіңіз, яғни барлық критерийлерге сай келсеңіз, онда сіз тегін түрде экспресс-тестті тапсыра аласыз. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы к вам скоро вернемся, через буквально несколько минут.
саулығы жақсы, дене бітімінің сымбаты болып қалыптасуын қалайсыз ба? Демек, сізге керегі жүзу. Фитнестің бұл түрі ағзаға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді. Оның ерекшелігі де осы. Бұл ең қауіпсіз спорт түрі. Суда адамның салмағы екі есе азаяды. Нәтижесінде буын және омыртқа сүйегіне түсетін салмақ әлдеқайда азаяды. Ескерер жайт, алдымен міндетті түрде 30 минут жаттығу жасау қажет. Денені қыздырып алғаннан соң ғана баланың жүзуіне болады. Суда адам денесінен 50-80% жылу бөлінеді. Нәтижесінде ағзадағы жылуды қайта қалпына келтіру мақсатында зат алмасу процесі реттеледі. Егер балаңызға фитнес жаттығуларын жасауға болмаса, оның орнын жүзумен алмастыруға болады. Бассейнде бастысы тек жүзуді үйрену емес, судың астында жаттығу жасай білу. Себебі жаттығу жасамай жүзуге бірден кіріскен жанның суда сіңірі тартылуы мүмкін. Ол ағзаға зиян әрі қауіпті. Жаз уақытында баланың бос уақыты көп. Сондықтан қазірден бастап балаңыздың бос уақытын дұрыс әрі тиімді пайдалана білуіне үлкен мән беріңіз. Нәрестені туғанына 3 апта болған соң жүзіп үйретуге болады. Австралия ғалымдардың зерттеуі бойынша, нәресте езінен жүзіп үйренген балалардың миы ертерек жетіледі екен. Жапонияда мектеп оқушыларына жүзу сабағы міндетті пән ретінде жүргізіледі. Су бетінде жайғана қалықтап тұру арқылы сағатына 200-300 калорий жоғалтуға болады. Сағат таңертеңгі 7-9 аралығында жүзу пайдалы. Бұл кезде дене босаңсып, күш жұмсауға дайын болады. Ал кешкі сағат 18-20 аралығында бассейнге бару барынша көп калориядан арылуға көмектеседі. Құрметті көрермен, студиямызға қайтадан қош келдіңіздер дейміз. Біздің арнаға енді қосылған болсаңыздар, қайырлы таң. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы. Айнагүл Советқызы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді қоғамдық көлік жайында айттық, яғни осы аптада шығады. Енді жеке көліктерге қатысты мәселе қандай? Қазір көбісі тек қана таксимен жүр. Ал жеке көліктердің жүруіне рұқсат бар? Сейчас ограничение по передвижению личного транспорта будет снято, но хотела бы население предупредить, да, вот то, что смягчаются ограничительные мероприятия, ну, по максимуму нужно необходимо, ну, сейчас ограничить все передвижения, все посещения, потому что массовое вот такое нарушение требований и резкое посещение мест массового скопления, даже посещение тех же торговых объектов, да, которые у нас там непродовольственных, которые сейчас будут открываться, оно может привести, как я уже говорила, к росту заболеваний. Поэтому, если даже мы снимаем ограничения, то только при необходимости пришли в магазин, купили там то, что необходимо, а не просто, ну да, сейчас многие развлекательные места закрыты, одно из мест там, посещения – это торговые точки, и вот посещать их только для необходимости. И также вот у нас ограничение было по взрослым старше 65. Здесь тоже по возможности, чтобы они не выходили, не посещали эти объекты. Также детей, у нас же многие, вот, даже это если не коронавирусная инфекция, это ОРВИ и грипп, и другие заболевания, да, у нас многие любят гипермаркеты, супермаркеты, ходить с детьми, там, вот, без масок, без... Я такую картину наблюдаю, за каждым, каждого оштрафовать, за каждым побежать, у нас ни сил, ни средств нету, столько сотрудников, ни департамента полиции, ни в СЭС нету столько человек, чтобы за каждому представить, и да, каждый, чтобы соблюдал эти требования. Поэтому здесь вот нужно разумно подойти, если тебе необходимо. Пошли, купили продукты и быстро вышли, не праздно, не шатаясь по этим объектам. Енді тағы бір сұрақ блокпостарға қатысты. Ауылда, аймақтардағы тұрғындар көбі қалаға келгісі келеді, мәселен, туған-туысқандармен араласқысы келеді, оларда да алаңдататын осы бір сұрақ бар. Блокпосты между областями, между районами будут сохраняться. Передвижение только если это объекты жизнеобеспечения, если это сельхоз, ну, связанные с сельхозпроизводителями, сейчас мы разрешили. А так, вот, как я уже говорила, у нас сохраняется проведение вот этих массовых, там, различных мероприятий, это еще ограничивается. Поэтому и передвижение между населенными пунктами, оно будет еще ограничение передвижения будет сохраняться. Как я уже говорю, неделю мы посмотрим. Если за эту неделю у нас не будет роста заболеваемости, то
А как я вам сказала уже, у нас в тенденции получилось, у нас 4 дня по нулям было, 3 дня у нас идет по 3 случая ежедневно. Поэтому вот. Я не купил на стену, у сапта даже жарда еще все таки. В период майских праздников наблюдались ли какие-то большие скопления людей, какие-нибудь проводились ли рейдовые мероприятия для предотвращения? Потому что сейчас многим уже не терпится выехать куда-то, собраться коллективно, что-то отпраздновать. На такой вопрос, если даже это частный дом и там семья, да, 4-5 человек, могут ли они там небольшие шашлычки, что-нибудь, барбекю пожарить? Или все-таки не рекомендуется? Согласно постановлению нашего и предыдущего, и которое будет, ограничение различных семейных торжеств. Поэтому, если это члены семьи внутри, если никто не приходит к ним, то это возможно проведение, да, в частном доме. А так, что вот других не приглашают. Сейчас вот идет ураза у нас, да, аузашары. Знаю, что многие не соблюдают, как я уже говорила, каждому представить и каждого контролировать возможности нету. Но я думаю, что каждый должен понимать, что вот здесь идет риск большой. Вот у нас, я вот с коллегами общаюсь, у нас на сегодня в Караганде, за счет, когда, хотя там была стабильная ситуация, за счет вот последних случаев, связанные с посещением вот массовым аузашара, где до 15 человек. В Восточно-Казахстанской области тоже такие случаи в связи с тем, что были вот такие семейные мероприятия, и население не соблюдало требований. И в результате мы, когда проводим эпидрасследование, выясняется, где вы были, определяется место контакта. И вот такие случаи есть. У нас в области, да, мы тоже видели, что нарушает, но я хотела бы сказать, что у нас вот департамент полиции вместе с нашими специалистами, они отрабатывают, проводят рейды. И у нас наибольшее количество принятых мер за нарушение режима ЧП по республике. Ну, это как бы показатель, с одной стороны, хорошо, что наши органы хорошо работают, но и показатель того, что наше население не соблюдает требований. Поэтому еще раз хотела бы сказать, что требования, даже если мы выходим с режима ЧП, режим карантина остается и необходимо вот эти требования. И вообще в дальнейшем это вот элементарные вот эти вещи, ношение масок в общественных местах, обработка, тщательное мытье рук, обработка рук антисептиками, чтобы у каждого в кармане был карманный антисептик, бумажные платочки, да, это требование уже должно быть неотъемлемой частью нашей жизни. Уже потому что, да, вирус уже он есть, он никуда не уйдет, но для того, чтобы предупредить его массовое распространение и такие сложные, тяжелые формы, да, особенно это касается лиц с хроническими заболеваниями. У нас у каждого в семье есть или взрослые люди старше 65 лет, или лица, у которых есть сахарный диабет. Даже молодежь сейчас имеет, да, такие заболевания, и повышенное давление, и сахарный диабет. Поэтому здесь не сказать, вот пожилые не ходят, да, а молодежь может ходить. Но вспомните, кто у вас есть дома, что у вас дети маленькие дома. Енді сөзіңізді осы жерден бөлейін. Көрерменіміз жазған екен. Мынау центральный рынокта, яғни базарда адам толып жүр, обработка жасап жатқан адамды көрмедік дейді. Екі ай үйде отырмыз, подъезд жаңа обработка жасаған жоқ дейді. Здесь местные исполнительные органы проводили работу и будут дальше проводить обработку подъездов. По Орталык-базару тоже проводят, они в конце рабочего дня проводят. Ну, то, что да, там очень много людей. Ну, здесь вот наши мобильные группы выходят и наказывают, принимаются меры. Там у нас за этот месяц 90 человек было подвергнуто административному аресту. Там от 3 до 15 суток. Также было 229 человек административным штрафом. Ну, также эти рейды будут продолжаться и будут приниматься меры вплоть до приостановления эксплуатации объекта. Если объект не будет соблюдать эти требования, то будет выноситься постановление главного госсанврача соответствующей территории, и объекты будут закрываться. Олай болса, сұхбатымызды осы жерден үзе тұрып, келесі кезекте музыкалық
үзіреске берейік, одан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Өкінішке орай эфир уақыты шектеулі, сондықтан соңғы бір сұрағымды қояйын. Қазіргі уақытта Ақмола облысындағы ахуалғанда, яғни неше адам дертті жұқтырды, нешеуі жазылды? Ну, у нас на сегодня 109 случаев зарегистрировано. Из этих 109 случаев у нас 4 летальных исхода было вначале. И на сегодня остается в стационарах 20 человек. Уже 89 у нас выписано. Ну, в провизорном стационаре у нас находится 17 человек на сегодня. Это те, которые имели контакт, имеют признаки ОРВИ, там, типа повышение температуры, какие-то признаки. И около 500 человек у нас на домашнем карантине под наблюдением находятся. Дженя, көрермендерге айтарыңыз? Уважаемые жители нашей области, прошу вас соблюдать все требования, которые мы рекомендуем в период карантина. Это дистанцирование, ношение масок в общественных местах, ограничить посещение мест массового скопления, при первых признаках обращаться в скорую помощь.
и соблюдать правила гигиены. Тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками. И пожелаю вам всем здоровья. Көп рахмет. Сізге бар жақсылықтар тілейміз. Студиямызға келіп, осындай шынайы сұхбат құрғаныңызға рахмет. Спасибо большое. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы к вам скоро вернемся, а пока для вас прогноз погоды. Құрметті көрермен, алдымен өз денсаулығыңызды өзіңіз ойлағаныңыз жөн, өйткені сіздің деніңіздің саулығы ол ұлттың саулығы екенін ұмытпаған жөн. Құрметті көрермен, олай болса дәл қазір шипагер айдарына кезек берейік, сізге қажетті бірқатар кеңестерді ұсынамыз. Жалбыз ерінді гүлдер тұқымдасына жататын бұта тәрізді сұрғылт жасыл түсті өсімдік. Сабағы 4 қырлы жапырағы мен бұтасы көп. Сопақша жапырақтарының ұзындығы 10 сантиметрге жуық. Гүлдері негізінен көк күлгін түсті. Аздаған ақ және алқызыл гүлдері де болуы мүмкін. Екі ерінді төмен қарай өсетін гүл қауашақтары бар. Жемісі шар тәрізді 4 жаңғақ. Биіктігі 20-50 сантиметр, маусым шілде айларында гүл жейді. Қазақстанның оңтүстігінде көп кездеседі. Емдік мақсатқа жалбыздың жапырақтарын пайдаланады. Оның тұнбасын залалсыздандыратын, тер басатын, ауруды асқындырмайтын, дәрі ретінде ауыз уылғанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада, жоғарғы тыныс жолдары қабынуында ауызды және тамақты шаюға пайдаланады. Денені шаюға қажетті тұнба әзірлеу үшін 25 грамм жалбыз жапырағын 1 стакан ыстық суға салып, 20 минуттай тұндырады. Халық медицинасында жалбызды бауыр мен өт қабығының қабынуы, бүйрек пен бүйрек түбекшесі ауырғанда, іш өткенде, іш кепкенде, тұмауратқанда қолданады. Жалбызды сүтке қосып қайнатып ішсе, денедегі суықты алып, тамағы руын жазады. Жалбыз қосылған шай әлем бойынша ең танымал сусынның бірі. Оның жағымды сергіткіш дәмімен қатар біраз емдік қасиеттері де бар. Ас қорыту жүйесіне жағымды әсер етеді. Ащы жалбыз іштің кебуі мен асқазанның бұзылуынан қорғайды. Сонымен қатар зерттеулер жалбыз сығындысы ішкі ағзаларды босаңсытып, ауырғанды жеңілдететінін дәлелдеді. Кей зерттеулердің сараптамасы бойынша, ащы жалбызды 4 апта бойы қолданса, асқазан бұзылуының белгілері 40%-ға азаяды екен. Сондай-ақ жалбыз жүрек айнуды басады. Бас ауруын жеңілдетеді. Ащы жалбыз бұлшықеттерді босаңсытады. Сондықтан ол бас аурудың кейбір түрлерімен күресуге көмектесе алады. Жалбыз қысымды көтеріп жіберуі мүмкін болғандықтан, жоғары қысыммен қиналатын адамдарға жалбыз майын самайға жағу ұсынылады. Ал қысымы төмен адамдар үшін жалбыз қосылған шай керемет шешім. Энергиямен қуаттайды, жалбыз шаймен қатысты зерттеулер оның жүйке жүйесіне жағымды әсер ететін энергиясын арттыратынын және күндізгі ұйқыны басатынын көрсетеді. Сонымен қатар жалбыз арықтауға да көмектеседі. Жалбыз қосылған шайдың сергітетін тәтті дәмі бар, бірақ оның құрамында кофеин мен калория жоқ. Сондай-ақ жалбыз шайы тәбетті де сәл басады. Зейін қоюды арттырады. Зейін қоюмен қиналатын адамдарға ащы жалбыз көмектеседі. Сонымен қатар ол есте сақтауға және реакция жылдамдығын жағымды әсер етеді.
Уважаемые телезрители, вот такой вот сегодня интересный диалог получился у нас с главным санитарным врачом Акмолинской области Айнагуль Светной Мусиной. Подведем итоги. Главное сейчас это не расслабляться, а по-прежнему соблюдать санитарные меры. Дорогие друзья, носите перчатки, носите маски. Мы понимаем прекрасно, что это уже немного надоедает, но это важно для вас и нас, для общего здоровья, дорогие друзья. Продолжайте соблюдать карантинные меры, и тогда у нас все будет хорошо. Мы вернемся к вам уже через несколько дней, а пока что мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья. Все у нас будет хорошо. До новых встреч! Я қымбатты көрермендер, сақтансаң сақтаймын дейді. Қашанда сақтық шараларын жадыңыздан шығармаңыз. Ең бастысы тазалық, гигиена. Сонда сізге ешқандай да дерт қауіп туғызбаса анық. Сондықтан жаңа бас санитарлық дәрігер айтқандай, карантиндік режим әлі де сақталады. Сондықтан барлығы қаперіңізде болсын. Бүгінгі айтылған мәселелер сондай ақ тағы бір айтқым келетіні, осы апта көп нәрсені шешеді. Әрине, қоғамдық көліктер шығады. Сондай-ақ, мүмкін дәмханалар, кинотеатрлар ашылып, сіз бен біздің қалыпты өміріміз қайта басталатын шығар. Ал бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Увидимся на просторах Кокшенар. Сезімге жүрмін бағынып, қалдым қамыға, сені сағынып. Дедім сені күн апта, жоқсың бірақ та, мейлі жұбатпа. Барымның тілші қадырын, күттім жарығым, бітті сабырым. Сен жоқсың іздеп келіпім, сүйім сенімен, қалшы менімен. Кешірдім мен де оны. Қателестің сен де бір, кешірдім мен де оны.